Друзья, если ваш интерьер создан в стиле Прованс или как бы напоминает этот стиль, вот, ну, тогда вам не помешает вот эта вот ключница, тоже сделанная в стиле Прованс, сделанная из МДФ. Значит, покажу вам со всех сторон ее, ну и внутри, конечно, вот так вот она выглядит. Покрашена белой краской, вот такое вот красивое нанесение. Ну, в общем-то, свойственное такое вот этому стилю. Лаванда, какой-то мешочек с лавандой, бабочка, вот хоум, немножко такая вот винтажность, типа вот такой вот кракелюр тут, вот ручка, магнитный замок, вот такой вот магнитик, и 6 крючков внутри находятся, которые способны разместить, в принципе, все ключи, которые есть в вашей семье. Вот, значит, геометрические характеристики ее. 29 сантиметров в высоту, 20,5 сантиметров в ширину и 5 сантиметров в глубину. Ну, в общем-то, вот такой вот симпатичный, небольшой, совершенно простой предмет может избавить вас, ну и ваших близких от поиска ежедневного ключей, поскольку это, наверное, такая вещь после телевизионного пульта, которую ищут люди, теряя ее там по карманам или где-то под диванами. Ну, в общем-то, достаточно выработать себе привычку ложить ваши ключи все время в одно и то же место. Ну, допустим, вот в эту ключницу, на этот, вешать на вот эти вот крючки. И вы не будете тратить ежедневно время на их поиски. Спасибо.